там так. Это эти блюющие опять. Чё бы в них кинуть? Даже не знаю, не знаю. Почему нельзя подобрать? Мы можем делать вот так сейчас. Доволен? Он сдохнет. The original marker, the black marker found on Earth, predates the rise of mankind. Are you listening to this? Fact. The marker exerts a field of influence that guides and grows biological organisms, evolving them over time towards some greater purpose. You see where this is going? Нет, я не понимаю. Хотя... Хотя, может, и понимаю, но нам, по сути, туда, раз тут вся эта блевотина находится здесь. Полупроводник и цепь модернизации. А, ну все ясно. Такая же фишка. Станок не работает. Не кинуть-то. Ну, мне это приятно. Почему нельзя? Ладно, допустим. А чё он мне? Мне вроде урон не наносит. Ладно. Отлично. Станок тоже не работает. Вот еще один. И вот тут вроде. Все, завалился вроде. Отлично. Так. Сейчас начнется самое мясо, наверное. Ну? Ты стал каким-то оранжевым. Идем дальше. Там, для начала используем аптечку маленькую. По патронам. Так, что там у нас босс скажет нам? Офигеть. Новое. Здесь тоже что-то новое. Можем качнуть. Здесь бы обойма. Обойма. Два обойма. Обойма. Так, отлично. Сюда темп стрельбы. Плюс темп стрельбы. Ладно, сойдет пока. Так, аптечку. Обойма. Берем. И можно идти, наверное. Да. Все. Открывайся, засранец. Аптечка, полупроводник и снова дальше. Опять эти мерзкие детки. Ну как, нравится? Вижу, что нравится. Ух ты, ёлки. Ё-моё. Какой же у них противный писклявый голос. Звуки. Не голос, а звуки. Пожалуйста, завали. Что тут? Я не вижу никого, ни хрена вообще. Да ёптить! Да, бляха, муха!
Капец какой-то, вообще весело. Жестко весело. Да. Да сколько их у вас? Да блин. Ну что это такое? Надо менять пушку, короче. Бред. Реально бред. Это жесткое, что-то непонятное вообще. Слишком их много. Инопланетный артефакт. Чё-то не пишет. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот. Здесь можно оставить бота. Так. И еще там, видимо, где-то. Для начала поместим вот эту штучку. Так. И отправим. Так, теперь нам куда? Нам сюда, да? Хорошо, идем. Эту пушку взял. Куда вот этот делся? Они исчезают, что за бред? Чума, они исчезают. Как-то это тупо немного. Сейчас открываем и смотрим, что там есть. У нас тут ничего нету, кроме ящиков. Преобразователем. На улице, да? Да. Сейчас люди еще попрут, наверное. Oh, God. Don't let them see you. Подожди, я вышел, знаете где? Нельзя, чтобы они меня замечали, да? Давайте, сваливайте отсюда. Ну? Или это я свечу? Где? Как он меня увидел? Я не пойму. Разве такое возможно? Давай, Эдик. Куда хоть бежать? Сюда хоть? Что такое? Что за музыка? Назад мы вернулись, куда нам и надо? Блин, здесь они сейчас еще будут. Еще кто-то там звуки какие-то издает. Бегом, чё? Так, вот тут ресурсы есть. Началось. Ого. Вот это жопа реально. Куда ты? Нервный.
офигенно вообще. Бота, блин, поставил, называется. Вот кого я видел там в тот раз. Теперь у нас появился новый враг. Это вообще не круто. Ой-ой-ой. Давайте. Ладно, давай с этим. Ну? Ой-ой-ой, началось. Пятка у него вообще нервная. Да это бред. Это какие-то стрёмные сдаются, ну, правда. Засранец все-таки. Да, пушки нам надо быть покруче выбирать нынче. Да. Потому что с таким мы долго не протянем. Сейчас тут еще жопа начнется. Потому что я помню это место. В тот раз тут было не очень приятно. Так. Угу, хорошо. Так, костюм нового нет? Да не, наверное, нету. Может, броню качнуть? Ну, может быть, кстати. Ну ладно, давайте сначала посмотрим, что мы там по этим чертежам. Так, ну давайте. Вот это вот, может, разберем, я не знаю. Не, давайте сначала снимем все. Теперь у нас вроде поднакопилось, да? Далее. Это мы. Верхний. Так, что у нас? Метрический зонт, плазморез, стрелковое оружие. Так. Метрический зонт. Может быть, это снять и разобрать? Давайте. Так. Станину. Давайте вот эту станину. Так, тяжелая. Что тут можем? Я даже не знаю, какие пушки прям нам надо. Ой, бляха-муха. Подожди, я кто хоть разобрал-то? Импульсная винтовка и гранатомет. Даже не знаю, что нам такое выбрать. Что-нибудь нормальное. Где скорострел побольше? Здесь скорострел низкий. Так, вот это вот тут большой скорострел. Может, силовой пистолет реально? Так. Щерп слабый у первого. Так. На ближних и дальних написано. Угу, а это... Установка шарами. Бол, оружие предлагает множество вариантов тактических решений. Автоматически перезаряжается после того, как обоим и что-то там. Так, это нам не подойдет. Пока вроде ничего интересного. Вот это, может быть, чистильщик. Ну ладно, скорострел маленький. Ну, может, силовой взять? Смотрите, тут... Скорострела. Дальность тут хорошая, нет. На ближних и дальних. Вот это вот я хотел. Ну, тут, смотрите, скорострел. Давайте посмотрим с импульсной винтовкой. Вот, смотрите. Вот импульсная винтовка. Да? Скорострел где находится. И вот здесь балострел. Сейчас мы наше сравним. Где наше было? Вот оно. Тут скорострел и балострел. Ну, примерно такой же, кстати. Да. Либо все-таки силовой пистолет взять. Ой, блин, скорострельность. Ну, давайте, чё. Другого варианта нет у нас.
Почем он там? 800, 150. Ну, давайте попробуем посмотреть. Все. Хорошо, модификация. Так, теперь сразу давайте. Не, давайте сначала на нашу винтовку что-то можно сделать. Так. Я бы обоим увеличил. Два урона плюс обоим. Два урона плюс. Давайте вот это. Здесь еще обойма. Два. Один. Вот, два перезарядка и плюс одна обойма. Отлично. А это что? Не помню. Здесь у нас. Пока не будем здесь. Вот, обойма что тут у нас. Плюс урон, плюс обойма есть. Дальше еще бы обойму. Плюс обойма. И урон. Ну, пока сойдет здесь. Сразу. Урон кач... Ух ты, это не то. О, сколько тут много-то. Давайте два урона плюс перезарядка. Дальше обойма. Так, давайте перезарядку. Перезарядку плюс урон. То же самое, считайте, сделали. Давайте тогда темп стрельбы можем. Два урона плюс темп стрельбы. И обойма, обойма минус перезарядка. Перезарядка немного убирает. Дальше урон. Вот тут написано 2 урона. Так, плюс... И на это тоже влияет. Хм. Плюс 2 перезарядки. Дальше обойма нет, урон. Так, так, так. Темп стрельбы. Посмотрим. Темп плюс урон. Один темп плюс урон. Так, что еще? Перезарядка. Одна перезарядка плюс урон. И обойма. Так. Одна перезарядка. Патроны. Вот тебе и инвентарь. Молодцы, блин. Все просрали, все, что есть. Так. Обойму. Стазис вроде есть. Надеюсь, должно хватить. Бот, да? Второй бот тоже идет на станке, нет? Сразу загрузим ресурсы. Так. Отлично. Какие-то карточки вот еще непонятные. Что это? Стазис, средняя аптечка, малая, бобоема. Хрен знает. Так, ладно. И потом будем качать костюм, мне кажется, потому что я даже не знаю, что тогда нам еще делать. Ну, в смысле, вот сейчас купили пушку. Давайте улучшим X. По броне у нас что тут? Пятисотка нужна. Пятисотка. Пятисотка. Тут вообще тысяча. Тысяча это дохрена. Воздух не нужен. Броня. Я думаю, качнем броню. Стазис. Заряд. Что это такое? Увеличивает энергоемкость. В смысле? То есть будет дольше работать, что ли? Нет. Заряд. Энергоемкость. Может быстрее заряжаться, увеличивается количество выстрелов. Так, тоже дорого. Синтезис. Все. Давайте, что у нас тут за пушка? Ну, потом попробуем. Сейчас не... Ага. Это бонус-миссия. Подожди. Стоп. Это же не бонус-миссия вроде бы. Да ведь?
Да, это не бонус миссия. Я уже очкую. Судя по тому, как у нас мало патронов, наверное, это низкоскорострельное оружие все-таки. Замечательно, вот ждет нас там. Так, металлолом. Подожди, я слышу. Там есть ресурсы. Но нам нужно туда. Пилорез. Замечательно. Так. Давайте будем... Стоп. Три патрона на нижней. Ну ладно. Ее нельзя перезарядить. Так, будем сейчас на чеку. Потому что здесь по-любому задница начнется сейчас. Что он сказал? Так, пожалуйста, никто не выпрыгивайте. Все, я не хочу туда идти дальше. После этих быстро действующих тварей, быстро бегающих из первой части. Меня это напрягает уже. В плане ресурсов. Так-то ничего, мне не страшно. Скотина наблюдает. Давайте попробуем. Че, он не будет выходить? Так он же здесь, за этой штукой. Так не надо. Началось. Там главное, чтобы сзади еще никто не обошел. Ну и что, мне идти, что ли? Или они не будут? Они будут нападать вообще? Ну, ребят, давай. Бегают, блин. Ну, и скоро вы там? Или мне к вам идти? Сейчас отсюда побежит. Все, он готовится бежать, давай. Что это? Я его ранил, короче. Давайте. Нормально, надеюсь. Такая не для мессива пушка, скажем. Давайте перезарядим ее. Но вроде мощная. Да. Странное оружие. В смысле, конечно, здорово то, что они, ну, такие режущие, но все-таки не для мессива, которое сейчас происходит. Да скоро, давай, выходи уже все, давайте, надоели. Падла. Блин, ну говнопушка. Низкоскорострельная. Все, давай, погнали. Соп, скотина. Быстрее. Что, нравится скотина? Супер. Винтовка. Вот сейчас реально винтовка нужна. Если раньше, я помню, качал все время плазменный резак.